желания. 100 желаний. Я предлагаю вам поразмыслить и написать список из своих 100 желаний. Причем, если бы для вас не важно было время, если бы у вас было достаточное образование, денег, ума, полезных связей, если бы вы были бы старше, моложе, красивее, стройнее, все, что вы захотите. Вот представьте, что это волшебство. Принимайте все возникающие идеи, особенно касательно тех желаний, которые кажутся вам сейчас вообще абсолютно невозможны. Особенно касательно тех желаний, для которых у вас сейчас нет никаких ресурсов. Особенно те желания, которые могут спровоцировать конфликт. Особенно на те желания, которые могут показаться, что вы в них провалитесь. Поэтому берите и записывайте все. Для включения вашей бурной фантазии я предлагаю вам убрать все ограничения. И еще я приготовил для вас любимое лакомство мое и моих детей – клубнику в шоколаде. Вот дополнительные мотиваторы, которые открывают для вас ваши желания. Включите все, что хотите. Возьмите все, что вам нужно. Представьте свои самые-самые яркие фантазии. Кстати, публиковать этот список 100 желаний не нужно. Это исключительно для вас. Он вам еще понадобится. Итак, для разогрева я предлагаю вам выиграть в лотерею $1 000 000. Если вам мало миллион, пусть будет 5. А если для кого-то и 5 мало, пусть будет 10. Я предлагаю вам вообще не думать о деньгах. Я предлагаю занырнуть вам в список своих сумасшедших желаний и стать тем, на что вы хотите потратить свою жизнь. Кем стать, что иметь, что попробовать, что сделать, что купить, где побывать, что достичь, с кем встречаться, кого любить в конце концов, что съесть и так далее. Вот вам небольшой шаблон для работы во время этого прекрасного вечера, когда вы будете размышлять над своими желаниями. Знаете?